Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Metal Gear Solid 5. Сейчас находимся на главной платформе второй палубе. Вот такая палуба у нас построилась. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Прям разрастается наш какой-то город, становится, не знаю, там из водного мира. Тут какие-то лестницы, еще что-то. Давайте попробуем забраться. Что тут у нас интересненького есть? Солдаты вон там ходят. Тут, видимо, какая-то точка, из которой отстреливаться. Заодно, честно мне говоря, напоминает все это дело еще в вышедшей фактически в один день вместе с Metal Gear Solid 5 Mad Max. Там тоже были платформы нефтяные, но там были какие-то маленькие нефтяные платформы, по сравнению с тем, что здесь есть, то здесь это что-то колоссальное. Там же было все намного проще. Привет. Извини, друг, извини. Это не я. И это разработчики. Так, о, алмазик. Отлично. Так, давайте встанем. Ой. Мы чуть не сдохли. Хотя, наверное, мы здесь не сдохнем. Да, прикольно. Ну, в общем, прям нереально огромный город какой-то построили. То есть, я так думаю, если вот так вот от края до края посмотреть, то это реально минимум маленький. Какая-то деревня, а даже, наверное, маленький городочек какой-то. Так, давайте будем спускаться. Где здесь у нас вообще лестница-то вниз? Алло. Ага, вот она. Так. Есть. Отлично. Спустились. И давайте... Здесь еще одна какая-то платформа. Кстати, туда тоже забежать, посмотреть. Там какие-то охранники ходят. Привет, охранник. Как дела? Босс. Да-да-да. Давайте вниз. Так. Тут у нас какие-то контейнеры стоят. Так, контейнера. Чтобы эвакуировать контейнеры с ресурсами, найденные на аванпостах или в других местах, необходимо разработать грузовой вариант системы Fulton. Переработка средств, содержащегося в этих контейнерах, занимается отряд развития базы. На выходе вы получаете переработанные материалы, пригодные для практического использования. Окей. Так. Ну что, давайте посмотрим, что мы можем сделать на базе. Главная база, руководство базой. Выздоровели и покинули лазарет 3, сотрудники устроили драку, отправлены в лазарет 1. Повышен уровень сотрудников. Ничего сделать не можем, материалов у нас ни на что не хватает. Это понятно, давайте тогда управление персоналом посмотрим. Перераспределение... Все сотрудники, окей. Так, отлично. С сотрудниками мы начали заниматься. По поводу драки. У нас 109 сотрудников сейчас. Нам надо, наверное, убрать часть этих сотрудников. Так. С плохими, опять же, характеристиками. Давайте вот этих вот мы всех пометим. Так, выбор отмена. Вот эти нам все красавцы, я думаю, что не нужны с такими плохими характеристиками. Так, этот ладно, этот еще сойдет, куда ни шло. Вот этих тоже можно всех нафиг повольнять. Так, перераспределение. Уволить. Да. Уровень подразделения понижен. Так, теперь перераспределение. Все сотрудники. Окей.
Сделали. Так, вот этот, что такое за Wild Raptor? У него стоит стрелочка. Это что значит? Ну-ка, давайте посмотрим. Подсказки нам покажут. Подсказки нам ничего не показывают. Ну, спасибо. Так, давайте поменяем экранчик. Так, источник проблем. Антисолитария. Создает проблемы в отряде, вызывая болезни сотрудников. Ну, давайте, наверное, мы его уволим. Да. Ага. Слушайте, а... Тоже уволим. Давайте еще посмотрим. Есть ли кто-нибудь, кто нам проблемы создает? Нет, похоже, больше нет никого. Все остальные так или иначе вроде как норм. Окей, тогда мы с вами выбираем автораспределение, все сотрудники, окей. Staff assigned. Так, и здесь посмотрим, кто чем у нас вообще занимается. Так, комната ожидания. Все сотрудники. Отлично. О, вот как здесь интересно получилось. Мы были только в одной комнате в какой-то. Так. Давайте тогда здесь смотреть. Только русские, смотрите. Так. Сейчас посмотрим. Тикарь, играя за сотрудника боевого отряда, вы можете нанести сокрушительный удар. Так. Психолог. При распределении в медицинский отряд ускоряет лечение ПТСР в лазарете. Медицинский, ну он так в медицинском отряде есть, отлично. Давайте дальше. Так, источник проблем. Давайте-ка мы его пометим. Дальше. Уменьшает количество проблем в отряде. Отлично. А, кстати, что означают сердечки? Давайте посмотрим. Ну, не сердечки. Нам не объяснили, что означают. Так, ускоряет лечение в лазарете. Так, хорошо, давайте его выберем. Оружейник, пистолеты. Отлично. Уменьшает проблемы. Хирург при распределении медицинских отрядов ускоряет лечение травм в лазарете. Так. Уменьшает количество проблем в отряде. Отлично. Создает проблемы в отряде, наносит травму сотрудникам. Ага. Давайте-ка мы его заберем. Так. Уменьшает. Снижает требования. Уменьшает. Снизит требования к разработке. Ускоряет лечение.
Так, позволит разрабатывать протезы. Кстати, в прошлом видео я неправильно сказал, там был переводчик, который нам нужен, который переводит на английский, ну как бы с русского на английский. Дробовики. Так, антисанитария, забираем его. Стоп, тоже забираем. Так, этот нужен, этого забираем. Так, переводчик, отлично. Русский, пушту, английский, африканц. Дробовики. Начальник штаба главной базы. Миллер, красавчик. Кстати, интересно, где он? Тинкс. Инструктор по тактике. Дофига всяких языков знает. Прикольно. Jumping Harrier. Только английский знает. Ты, дружок, давай учись. А то выгоним тебя. У тебя и так помощные какие-то эти знания. Так, вот этот вот неплохой, неплохой. А, ну он у нас в тюрьме сидит. Так, русский. Так, есть еще какие-то источники проблем-то? Дикарь. А, ну это уже по кругу пошло. Все, теперь выбираем перераспределение. И выделенных сотрудников мы увольняем, да. Отлично. Теперь перераспределение, все сотрудники. Окей. Все, супер. Перераспределили. Класс. Кстати, я думаю, что нам пора уже на миссию идти. И сейчас мы что-нибудь интересненькое забурим. Давайте вызовем вертолетик. Где у нас вертолет? Рандеву. Да, сюда давай. Садись. Давай. На место приземления чеши. Вот наша собачка, наша маленькая. Привет, гав-гав. Так, ну что, давайте садиться. И полетели. О, а вот, кстати, смотрите, можно выбрать место, куда передислоцироваться. Ну-ка. Даже интересно, это как будет. Там, кстати, какая-то, я вот вижу, интересная штучка. Чемоданчик какой-то. А, все-таки по базе можно на вертолете перемещаться. Ну, это здорово, потому что на машине, конечно, прикольно, но уж очень долго. Ну, а здесь можно пересесть, смотрите, на другой конец. Так, что-то мы прям долго добираемся до места. Несмотря на то, что на вертолете летим, реально долго.
давайте садиться уже. Сколько можно летать? Так, а знаете что? У меня есть мысль. Мы сейчас в другое место переместимся. Мы сейчас в другое место переместимся. Где у нас лазарет-то? Вот, медикал. Давайте туда. Вот она, соседняя, кстати, платформа. Но как-то вертолет очень странно летит. Чуть через центр, что ли, он летит? Как на метро, блин. Вы должны доехать до центра, потом пересесть и поехать назад. Это жесть. Почему нельзя сразу напрямую полететь? Что здесь у нас? Давайте посмотрим. Ничего здесь у нас нет. Давайте на ту сторону. Как-то он странно все-таки летит, на мой взгляд. Ну, было бы логично напрямую пролететь. Но мы уже почти прилетели. Еще будем под мостом пролетать. Ага, точно. Ну, в общем, достаточно интересный экспириенс такой. Правда, делать особо сильно нечего. Можно было бы самим на вертолете полетать, тоже было бы прикольно, на мой взгляд. Сейчас уже будем приземляться. Да, вот оно, место посадки. Видимо, вертолет хочет набрать высоту. Ну, вообще, достаточно натурально летит. Единственное, непонятно, почему приходится... ему вот все высаживаемся. Давай, слазь. Давайте сбегаем в этот вот сюда вот в тюрьму. Здесь кто-то был в тюрьме? Нет никого. Странно. Подождите, или же это не тюрьма? Лазарет. Задание. Управление персоналом. Вот тюрьма. Два человека здесь у нас в тюрьме. Странно. Так, ну-ка, а вот это? Индикатор боевого духа. Боевой дух сотрудника. Высокий боевой дух усиливает способности. А низкий ослабляет их. В случае крайнего падения боевого духа сотрудник может дезертировать и уйти в самовольную отлучку. Если сотрудник находится на гауптвахте, боевой дух характеризует его готовность вступить или вернуться в ваши ряды. Состояние здоровья сотрудника, если больной или раненый сотрудник находится в любом месте, кроме лазарета, состояние его здоровья непрерывно ухудшается. Это может привести к смерти. Вот так вот. Раненые сотрудники могут получать ранения, выполняя внешние задания или защищая базу. Больные сотрудники могут заражаться болезнями при выполнении внешних заданий и других местах. ПТСР. Сотрудники могут заболевать посттравматическим стрессовым расстройством из-за внешних заданий или по другим причинам. Так, ну вот этот скоро, видимо, будет с нами сотрудничать уже, а этот еще нет. Окей.
Так, ну что ж, давайте отсюда тогда выходим. Сходим в душ, а то что-то мы как-то как кровавый какой-то медведь. Туман? Туман — это плохо. Где здесь у нас душ? Вон он, душ. Боевой дух повысился, отлично. Давайте заберемся сюда. Так, вот, мы чистенькие, смотрите, какие. Клево. Так, сюда. Сюда можем? Нет, сюда не можем. Это плохо. А сюда? А сюда можем. Так. Отлично. Давайте сюда. Тыкс. И вот сюда. И вот, мне кажется, там я что-то видел. Да, вот на алмазике. Ой. Ладно, бери. Раз упал. Ух ты, туман. Сильный какой, смотрите. А, да, вот давно хотел обратить ваше внимание. На окнах здесь стоят дворники, чтобы в случае шторма можно было хоть что-то видеть. Так, давайте вызываем вертолет. Правда, я не уверен, что он сейчас в туман к нам прилетит. А, ну, погода улучшается вроде как, поэтому я думаю, что нормально. Давай-давай, приземляйся. Вот наш модный вертолет. Давай садись, не болтай. И мы сейчас пойдем на задание. Все, поехали. Сваливаем. Extraction arrived at Mother Base. Так, ну что, мы взлетели. Сейчас последние команды отдадим нашим бойцам по поводу разработки оружия и предметы. Please specify a project. C4. Прибор ночного видения. Улучшение фотоумножителя, улучшение экспокоррекции, улучшение К-детектора. Так. Может быть, мы лучше можем новую базу? Нет, не можем. Базу улучшить мы, к сожалению, не можем. Так, ну вот, смотрите, командную платформу мы улучшили. И я так понимаю, что каждый мы можем до 4 улучшить, ну, судя по тому, что вот главное у нас 2 из 4. Это здорово. Это здорово. Здесь нам не хватает горючих ресурсов. Так, изменить. Ой, разработка. Оборудование. Вертолет. Вертолет нам что-нибудь может новое дать? Нет, не может.
Так, давайте оружие здесь посмотрим. Вот, смотрите, вот этот пистолетик оглушающий. Да, окей. Да. Чего здесь можно сделать? Вот эту штуку. Окей. Мина. Все, кончились бабосы. Ну что, тогда на задание. Список миссий. Оккупационные силы. Рекомендуемое оружие. Ракеты. Окей. Так, где будем высаживаться? Низкий, низкий. Окей. А, да. Так. Значит, выбрали мы оружие всякое. Давайте теперь смотреть по поводу оружия. Основное, вспомогательное. Орудие поддержки. Тыкс, тыкс, тыкс. Нам вообще базука нужна. Дымовая граната. Снабжение. Снабжение. Дымовая граната. А, так, вспомогательная. Понятно. Основное оружие. Так. Слушайте, у нас, похоже, гранатомет. Пулемета нет. Гранатомета нет. Так, это плохо. Окей. Так, а вспомогательную миссию? Что-то мы не то, что ли, проучивали. Так, побочное задание. Вот есть захват чертежей, эвакуация заблудшей овечки. Окей. Давайте сюда. Окей. Начать миссию. 06. Отлично, полетели. Так, контрольная точка. This is important. We've reports of a crack sniper at large in the Afghan wilderness. The Soviets call this sniper Тихий. Quiet. There are never any sightings, and only corpses are left behind. The Soviets have already lost a number of officers. You'd best watch your step. А, то есть он против Советов работает. Интересно. Так, пулемет. Ой, что я сделал? Давай, спрыгивай. Так, ну что, где у нас овечка-то? Заблудшая. Контрольная точка. Давайте осматриваться. Что здесь у нас? Кто здесь у нас? Почему здесь у нас? И самое главное, где овечка? Чё-то я никого не вижу. Вот там танк стоит сгоревший.
Ну давайте сюда потихонечку пойдем. Так, 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 так. Какая-то музыка. Так, вот грузовик едет. Давайте дальше. Так, вот там солдат какой-то стоит. Analysis complete. Заблудшая овечка. Окей, давайте попробуем потихонечку ее раззаблудить. Наоборот. Оп. Солдатик. Есть, пометили. На нас смотрит. Чего ж вас не было видно, когда мы в бинокль смотрели? Давайте уйдем от него. Блин, прям сюда реально смотрят. Сможем его проползти? Оп. Грузовик уезжает. И куда он поехал? Непонятно, да? Так, ладно. Давайте попробуем этого кекса снять. Куда-нибудь мы его сейчас оттащим. В дом в какой-нибудь. Ну вот, хотя бы вот сюда. Поглубже куда-нибудь его спрятать. Вот все, здесь отдыхать, друг. Так, где-то долбаная овечка. Вообще что-то ничего не вижу. Ни солдат, никого. Морковку вижу. Так. Еще бы знать, кого нам эвакуировать, и вообще было бы отлично. Джип вижу. Сняли. Но на самом деле мне не особо понравилось это оружие оглушающее, поэтому, наверное, в следующий раз мы все-таки сон возьмем пистолет с транквилизатором, потому что мне как-то он больше не... Ох ты.
Полинных тут дофига. Все начали. Что делать-то? Черт. Как-то надо сваливать отсюда. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Так. Валим, валим. Я тебе открою. Ага, фиг вам, минометный огонь. Есть. Давай, давай, ищи, придурок. Давайте, пока не шевелится, мы их сейчас всех пометим. Так. Ну, блин. Их, в принципе, не так много. Но они сейчас будут связываться. Они не могли уйти далеко. Будьте бдительны. Конец связи. Стоп, стоп. Это КП. Возобновился огонь. Открыли огонь в ответ. Но потеряли врага. Враг будет все еще прятаться поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием. Блин, сволочи. Analysis complete. Analysis complete. Здесь их семеро. Там один с минометом сидит. Вот там вот. Сможем мы его отсюда снять? Нет, не сможем. Зато мы можем его вырубить. Во-первых, мы знаем, где миномет теперь. Можем его эвакуировать. А во-вторых, вырубить этого кекса. Можно. Давайте вот сюда вот. Ой. Сейчас мы вырубим его. Есть. Опа. Блин. Thank you.
Перезарядка. Двух мы сняли. Давайте дальше. Вот этого красавца сейчас попробуем снять. Что-то вас тут до хрена, ребята. Блин, сейчас я вас сниму, ребята. Сейчас. Перезарядка. Так, с этим мы разобрались. Так, есть. Зарядка. Перезарядка. Перезарядка. Где ты? Ах ты, сука, на тебе. Перезарядка. Все, мы захватили аванпост. Так, ну что? Что дальше-то делать? Что нам по миссии-то надо сделать? Повышенный уровень. Поставить отметку. Уровень тревоги низкий. Задание. Список миссий. А, так, 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 нет. Нам дополнительное задание нужно, побочное, да. Эвакуируется овцу, которая отбилась от стада и забрала в указанный район. Ну и где овца? Где овца, непонятно, да? Супер. Тут проблема заключается в том, что у нас нету сонного пистолета. Как мы будем вырубать овцу, я не знаю. Там, кстати, грузовик. Может, оглушающими патронами? По идее, вот туда на Б надо бежать. Блин, песчаная буря. Ну, зашибись.
где-то здесь. Вот она, овца. Что с овцой-то делать? Все, залетай. Улетели. Так, перезарядку сделаем. Extraction clouds approaching. Так, значит, мы эвакуировали овечку. Где-то здесь еще был пулемет, тоже его давайте эвакуируем. Где ты, пулеметик? Может быть, еще здесь что-нибудь ценное найдем? Раз мы захватили аванпост, то я думаю, что вполне можно где-нибудь чем-нибудь разжиться. Вообще здесь целый кишлак такой. Опять же, где люди-то все? Непонятно, да? Давайте стырим у них вот этот пулемет. Опа. Нельзя его стырить. Наверное, потому что там наверху стоит этот. Так, алмаз. Отлично. Берем алмаз. Здесь наверняка у них что-нибудь ценное должно быть. Надо побегать, посмотреть. Какие-нибудь карты там. Не знаю, что здесь у них еще может быть. О, смотрите, металла. Отлично. Так, ну здесь больше нет ничего. Так, ну наверняка где-то еще что-то есть. Не может же быть так мало. О, алмазик, как мы прошли-то мимо тебя. Дорогой ты наш. Так, джипик там стоит у нас. Ну, конечно, нужно как можно больше сейчас набрать денег всяких и прочей фигни, чтобы замутить базуку. О, во, отлично. Супер. То, что нужно. То, что, как говорится, доктор прописал. Пипец, здесь хитрые ходы какие. Здесь что у нас? Еще нифига не видно, да? То есть вы сюда вбегаете, темно. Куча сараев и прочих-прочих вещей. Так. Здесь у нас что? Прожектор. Больше никакой амуниции нет. Слушайте, откуда они вели по нам обстрел из гранатомета?
То есть логично предположить, что где-то он у них стоит. Сидел человек у них где-то вот в этом здании. Может быть, где-то здесь. Нет, это просто сарай. Этот... О, отлично. Супер. Может быть, где-то здесь. Наверху там где-нибудь. Вот тут вот. Логично было бы предположить, но я не вижу. Я реально не вижу, где может быть. Так, хорошо. Хорошо, раз мы здесь не можем найти, ничего страшного, там второй этаж еще есть. Комнатка, давайте сюда зайдем. Так, здесь явно офицер он у них тусил. Давайте заберем материалы. Здесь мы все забрали. А это они что, так типа бегают? Да, видимо, бегают. Здесь нет ничего. Ладно, я думаю, что надо на следующее задание идти. Не найдем мы эту базуку, нифига. Фу, какую базуку, гранатомет. Окей, валим, короче, отсюда. Мы тут прям в Рэмбо поиграли немножко. И хватит. О, кстати, смотрите, что я нашел, какую прикольную штуку. Так, что с грузовиком? Бедолага 01. Это что такое? Побочное задание? Эвакуируйте пленника, захваченного противником. Есть сведения, что пленник владеет ценными навыками. Ну, в принципе, можно попробовать. Давайте попробуем. Попробуем на грузовике добраться туда. Так, КВП вот там вот находится. Ясно. Ну, понеслась. Отлично. Здесь мы... Ух ты. Прикольное здесь такое вот это орудие зенитное. Эвакуировать мы его, к сожалению, не сможем. Ладно, не сможем, и хрен с ним. Так, давайте посмотрим еще, куда нам там ехать-то. Да, в правильном направлении. Поехали. Поехали. Ух ты, я и так могу. Отлично. Здесь я вижу лекарственное какое-то растение, а нам
говорили наши сотрудники, что мало у них лекарств, и поэтому они все болеют. Здесь нет никого. Овцы. Так, ладно, давайте дальше. Поехали на драндулете на нашем. Ох ты, блин, чуть не врезались. Ну-ка, можем раздавить? Да, овечку бедную сбили. Целых две. Ну, логично предположить, что мы таким же образом можем и людей сбивать, я думаю. Так, давайте-ка мы отсюда свалим и попробуем зачистить вот этот вот пункт. Пост. Extraction arrived at mother base. Так, возьмем оружие. Enemy presence detected. The map has been updated. Отлично. Analysis complete. Так, не очень хороший солдатик, брать его не будем, посмотрим других. Он здесь что, один? А вот здесь еще один. Analysis complete. Тоже не очень. Так, давайте сделаем вот что. Блин, даже снайперское оружие не взяли. Ой-ой-ой, какие же мы лохи. Analysis complete. Готов. Кто-то еще должен быть. Иначе бы нам написали, что мы взяли. А нам почему-то не пишут. Astergon, a type of medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative that's the active ingredient in pentazamin. Так. Давайте оружие соберем. Но здесь уже что-то ничего и нету толком. Тут мы все собрали. Ладно. Давайте, наверное, лошадь вызовем. Вот она. Поехали на лошади. Так, ну что, 1,5 километра надо еще проехать. Extraction arrived at mother base. Сейчас мы сделаем все. Далеко как ехать? Тут has been updated. Пост. Давайте-ка посмотрим, чем мы здесь можем разжиться. Так, грузовик идет.
Маскируемся. Так, отлично. Пошли дальше. Там, кстати, не один пост. А, это как раз начало крепости. Странно, а почему я здесь никого не вижу? Может быть, мы реально можем здесь расшиться? Так, вот еще травка. Давайте заберем ее. Солдатик я там вижу, вот он. Analysis complete. А здесь нет никого. Зато здесь есть материалы. В общем, странно. Странно. Ну ладно. Нас это вполне устроит. Такс. Отлично. В Мафоне кассет нет? Нет. А вот эту штуку мы упрем у вас. Это нам надо. Что тут еще есть? Гранатомет есть. Так, вот там вот еще бойцы пришли. Здесь больше тоже нет никого, да? Ладно, давайте сваливаем. Так, там грузовик, и давайте-ка вниз спустимся. Или вот сюда вот. Пусть проедут. Отлично. Давайте лошадку вызовем. Давай, лошадка, дуй к нам. Отлично. Поехали отсюда. Все, валим. Валим дальше по цели нашей задания. Extraction arrived at mother base. Так, тут горные тропы всякие, дороги. Давайте поедем здесь. Что-то растения никакие не попадаются. Я думал, сейчас мы здесь травок пособираем, грибов всяких. О, отлично. Где мы находимся и что нас ждет? Туалет? Йоу, туалет — это круто. Так, ну, ага, вот он. Еще пост один. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Так. Материалы. Analysis complete. Analysis complete. Давайте-ка попробуем их взять. Там и пулемет можно стырить будет. И материалами кое-какими разжиться. Так, а вот того вообще было бы неплохо взять.
ДБшечка. Так, а этого мы попробуем оглушить. Есть. Давайте мы его заберем. Но лучше у нас пока никого нет. Так, эту штуку тоже берем. Эту тоже берем. Так, лекарство. Блин, песчаная буря. Совсем не в кассу. Что же они такие частые, эти песчаные бури? Непонятно. Ну, сейчас постараемся успеть все собрать. Так, здесь у нас все есть. Перезарядимся. Так, и выберем вот эту штуку. Отлично. Что, давайте в туалете теперь ждем. Песчаную бурю. Я помню, когда в Mad Max играли, там реально песчаные бури были такие, что вообще сдохнуть можно. Ну там, правда, и можно было всяких плюшек понабрать в песчаную бурю, там всякие сундучки вытащить и прочую фигню. Да, пережидать бурю в туалете, по-моему, самое пикантное, что было у нас. Хотя нет. Мы слушали записи человека, у которого болел живот, который сидел в туалете. Да, это тоже здесь было. Ладно, короче, валим отсюда. Вызовем нашу лошадку. Прибежит, интересно? Прибежит, куда денется. Отлично, залезаем. Ну что, и поскакали, короче. Давно пора уже. Давайте. Так. Extraction arrived at Mother Base. Так, черная морковка. Экстрагон, повышенный уровень медицинского. Так, С. Давайте смотреть, что, где, как. Блин, что я делаю? Встань нормально. Во-первых, едет грузовик Секанемова. Пулемет. Где грузовик-то? Вон. Есть. Так, что еще? Ну, укрепление достаточно мощное, я смотрю. Солдат не видно, но это не значит, что их нет. Совершенно не значит. Кстати, грузовик куда-то делся. Может быть, там развилка какая-то? Сгоревший бензовоз стоит. Давайте слезать. Сейчас спрячемся и посмотрим.
Так, пулемет. Оу. А тут у нас прям казармы. Дома. Нехило такое у них здесь. Анализ complete. Так, и как туда пробираться, интересно? Так, тут нет никого. Так, поползли потихонечку. Солдатик. Попробуем его миновать. Так. Так, выкладывай. Так, выкладывай. Так, отлично. Возьмем его. Утащим. Сюда. Пнем. Блин. Мужик. Вставай, ты мне дохлым нужен. Мне тебя надо по-тихому убить. Вот, Игрик. Есть. Пошли дальше. Так, понятно. Пленник ясен. Где у нас? Как его вытаскивать оттуда? Непонятно. Ну, попробуем сейчас вытащить. Давайте сюда потихонечку. Так, тут какой-то охранник стоит. Блин. Давайте его пометим. Прям на нас сволочь смотрит. Я вижу его взгляд. Гад. Давайте вот сюда. Так, сюда. Analysis complete. Ладно, вроде как миновали его. Давайте дальше. Так. Так, кто-то тоже есть. Давайте его тоже пометим.
Ага, вон пленник уже. Черт, труп-то мы не сможем украсть. Давайте попробуем хотя бы спрятаться. Кто-то услышал нас. Блин. Когда же так закончится? Да, ребята, уходите, и это закончится. Давайте попробуем принять бой. Уж я не знаю, что из этого получится. Следующий. Давайте, идите сюда, попробуем. Попробуем с вами сейчас решить вопрос. Следующий. Ага.
Ну давайте, давайте. Давайте ко мне, сволочи, идите сюда. Давайте. Блин. Отлично. Давайте еще ко мне, ребята. Я вас жду. Давайте, давайте, идите сюда. Кидайте гранату, как вы там, что делаете? Интересно, сколько их? Давайте, давайте, еще. Ну? Ну давай, иди сюда, сволочь. Ну? Враг все еще прячется поблизости. Соблюдайте осторожность. Прием.
Валим отсюда. Okay, subject is in. Extraction arrived at mother base. Unit function added. Понял. Возможно, это вражеское нападение. Всем быть начеку. Конец связи. Так, ну что, надо теперь сваливать. Потихонечку. В принципе, я не думаю, что у них очень много бойцов осталось. Поэтому можем вот так вот сваливать, я думаю. Кстати, здесь было просто достаточно с этой стороны подойти. Но, правда, они бы могли бы засечь нас с вышек. Ну да ладно. Так, давайте вертолет. Рандеву. И сваливаем. Давайте вот сюда. Блин, песчаная буря не вовремя. Давайте вертолет быстрей. Тут сейчас будем улетать еще, черти, сколько времени. Давай. Лети, лети. Ну, садись, красавец. Блин, нет, не успели. Жаль. Ты знаешь что, дорогой, надо булкезами речи шевелить. Своими пропеллерами, блин. Ну, все, сидим, ждем. Перезарядимся пока. Ну, вот это вот оружие мне совсем не понравилось. Оглушающее. В принципе, конечно, если вы хотите никого не убивать, но вам не нужно усыплять, то здесь прикол-то в том, что пистолетом с сонными ампулами вы стреляете, и они засыпают надолго. А здесь и громче все это происходит. И стрелять больше нужно. В общем, фигня какая-то. Давайте улучшение погоды. Давай приземляйся уже. Господи, сколько летать-то можно? Во. Сваливаем, короче. Ну и полетели. Давай, вали. Все, все, мы вас всех сделали. Ха-ха-ха. Да, вот так вот. Круто. Кучу всего повышено. Отчет. Так, это что такое? Добровольцы? Б. Окей. ЦЦЦ. Ну, это какие-то лохи какие-то. Еще добровольцы. ЦДДДД. И еще.
PsyOps list updated. Так, ну что ж, я думаю, что на этом мы с вами закончим. Продолжим в следующий раз. Приходите, еще будет много всего интересного. Пока-пока.